30 августа в зале городского управления прошла очередная сессия городского собрания Силамме. Депутатами были рассмотрены 8 вопросов повестки дня. Информация о ходе переговоров с соседними самоуправлениями по вопросу административной реформы. Старейшина Вайварской волости Вейко Лухалайт отметил, что на первом этапе Вайварская волость не имеет намерения вести с городом Силамме переговоры об объединении. В данный момент волость ведет переговоры с городом Нарвоёйсу. Старейшина отметил, что у Вайварской волости и города Силамме ни по каким вопросам разногласий нет. Депутаты представили разрешение на проведение госпоставки электроэнергии, изменения и признание недействительными постановления Силамэского городского собрания. Вице-мэр города Эви Пасмия доложил депутатам о дальнейшем использовании здания бывшего детского сада Хэлэпудэсэт Пурьет. Напомним, что с 1 сентября 2016 года детсад прекратил свое существование. В здании расположится учреждение социального попечения Сюгис и другие городские и общественные учреждения. Информация о ходе президентской кампании и о выборах представителя городского собрания в коллегию выборщиков. В случае неизбрания президента Эстонии 30 августа от самоуправления назначаются выборщики. Поэтому следующее собрание Силамме должно назначить от города выборщика. Ближайшая сессия будет внеочередной. На этом повестка дня была исчерпана. В сентябре этого года начнутся строительные работы по реконструкции перекрестка Таллинское шоссе – железная дорога. С этим связано изменение движения транспорта по различным маршрутам. Разговор идет о реконструкции шоссе около железной дороги. Шоссейный департамент выбрал строительство, и мы провели с строителем первое совещание. Работы будут длиться в этом году и в следующем году. И на первом совещании мы договаривались об этом, что строитель готовит для наших жителей подробную информацию, как будут работы происходить, что с этим связано, куда надо обратиться, когда будут какие-то вопросы, как будут двигаться во время работы пешеходы, как будут двигаться во время работы автотранспорт. Договаривались, что эта информация будет доступна на городском сайте и в нашей газете «Силамайский вестник». И хочется еще добавить, что работы начинаются в сентябре месяце, и первые 3 месяца строитель планирует начинать земляные работы, чем может быть связан и шум. Договаривались об этом, что большинство этих работ проводятся дневное время, и для этих работ планируется 3 месяца. О ходе работ и как будет организовано движение, будет вас информировать строитель. Также будет городское управо с своей стороны подавать нужную информацию. В Силамме состоялись спортивные игры силовых структур, в которых приняли участие работники и руководители Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Министерства юстиции. Работники полиции, спасательного и таможенного департаментов, пограничники и другие службы, ведомства соревновались в футболе, уличном баскетболе, пляжном волейболе, легкой атлетике, шахматах, беге, велокроссе, прыжках в длину, бадминтоне и других видах спорта. Начались игры с площади возле городского управления с торжественного построения. Участников соревнований приветствовал бригадный генерал Мели Скиили и мэр города Теннис Кальгер.
Затем команды под звуки марша отправились на место проведения соревнований. Более 500 человек два дня состязались в различных видах на 16 спортивных площадках. Эви, и почему же все-таки силами? Знаете что? Хочу сказать, что есть такая хорошая поговорка: не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Во-первых, личные контакты. Уважаемый спортсмен Александр Тамнерт часто бывает у нас в гостях, а он из главных организаторов. Это одно. Но самое главное то, что мы имеем хорошую базу. Наш спортивный комплекс, отремонтированный спортивный комплекс «Калек», где все условия для занятия спорта и плюс стадион. Да, стадион у нас не самый лучший, но мы дали в аренду, и все, которые занимались в этот день, они остались довольны. То есть хороший комплекс, хорошая база. Плюс очень добросовестные люди, которые дали свою долю для того, чтобы провести эти спортивные игры. И используя сегодня моментом, хочу похвалить, во-первых, работников спортивного комплекса «Калев», которые решили все проблемы и дали свою долю, плюс все наши спортивные клубы, которые участвовали. Знаете что? Судейство прошло все на эстонском языке. Наши судьи справились. Все хвалили наших молодых людей и опытных, которые были задействованы, которые дали свою долю. Господин генерал, идет второй день соревнований. Как организация, как проходят соревнования? Отлично. Соревнования очень хорошо организованы. И что хорошо, что это силомерский коллег очень сильно нас... Подготовился, наверное, организовал. Организовал. Ну, многие люди, наверное, впервые в силами. Как у них впечатление о городе? Нравится. Город чистый, интересный город. Ну, большинство людей хоть раз или два раза уже побывали в силами. А это да. Были интересные трассы. Это велокросс. Тави, поздравляю вас с первым местом в заезде на 20 километров. Тяжело было или как? Нормально было. Сегодня был этот ветер так плохой. Если 10 километров перед финишем я ушел одну, так, ну, легкий был. Не. Ну, я смотрю, вы не устали, Тави. Но. Вы занимаетесь велоспортом профессионально или вы просто любитель? Я любитель, я работаю. Я раньше был профессионал, 10 лет назад. Ну, желаю вам крепкого здоровья. Спасибо. Это бег, это ориентирование, разные виды игровых и плюс еще и силовые. Что было бы, могло бы быть бы лучше? Если было бы, может быть, больше информации, хотя в газете говорили об этом, на комиссиях обсуждали, сама давала интервью, но все равно люди мало об этом знали. Да, соревнования – это не для того, чтобы быть и смотреть, но концерт, который был возле Центра культуры «Пятница», люди об этом мало знали. Но это будущее, чтобы можно еще лучше.
Но самое главное, участники остались нами довольны, и мы остались довольны, что у нас было столько много людей в городе. И подтверждением тому мои беседы с теми людьми, которые принимали участие в этих соревнованиях. Они были удивлены компактностью нахождения спортивных сооружений в нашем городе. И, как сказал генерал, мы еще сюда вернемся. Да, это была вроде шутка, но мы брали это, серьезно принимали это предложение. И я думаю, что мы продолжаем сотрудничать. Но вы планируете провести еще соревнования в нашем городе? Конечно, в будущем. Я ведь президент этого спорта организации Кайлева тоже. Я здесь побольше, почаще побываю. Вечером в субботу состоялось торжественное награждение победителей в индивидуальных и командных выступлениях. В этом году переходной кубок заняла команда эстонской полиции. Naisten 18 rattaklassis Helen Soon. Подобные масштабные соревнования в городе никогда не проводились, и они не были бы возможны без участия всего коллектива спортивного комплекса «Калев» и клубов, работники которого размечали, монтировали, строили. Огромная благодарность им от организаторов этих соревнований. Первого сентября во всех учебных учреждениях города прозвучал школьный звонок. В этом году за парты сядут 1167 учеников, из них 107 первоклашек, 54 гимназиста, всего в гимназии 150 человек. Утром на торжественных линейках звучали стихи о школе, учителях, поздравления с новым учебным годом. Сегодня ваши дети все пришли сюда 1 сентября. У вас сегодня очень хороший, счастливый, радостный день. Я хочу, чтобы те улыбки, которые я сейчас вижу на ваших лицах, они у вас и остались до конца учебного года. Будьте своим детям опорой и поддержкой. Помогайте им, поддерживайте их. И тогда у нас все с вами, все получится на отлично. Для первоклашек, наверное, самый волнительный день 1 сентября. Они сидят за партами и внимательно слушают учителя. Это первый для них школьный урок. А я спросил у них, а зачем все-таки нужно учиться? Чтобы не быть глупым и чтобы, хорошо работать. Например, ты механиком работаешь и ты не знаешь, что там надо починить в машине. Надо учиться, чтобы был умным и чтобы на пятерке и на четверке учился. Учиться надо для того, чтобы нормально закончить институт. Чтобы быть умным и получать только одни пятерки. Учиться нужно, чтобы стать умным и чтобы ты все знал. Учиться надо, чтобы развивать мозги, и когда ты вырос, чтобы заработал много денег или даже пошел на начальника. Учиться надо, чтобы быть умным, чтобы учиться на пятерке. Учиться для того, чтобы быть умным. Учиться для того, чтобы стать нормальным человеком. В этом году у нас 51 первоклассник, 475 учащихся.
За лето школа была полностью подготовлена к началу учебного года. Отремонтированы два класса, проведены мелкие ремонты. В прошлом году у нас произошла полная реновация пищеблока и столовой. Поэтому все готово к началу учебного года. Будут функционировать кружки, которые были в прошлом учебном году. Баскетбольный клуб у нас продолжает базироваться на базе нашего спортивного зала. Всех с началом нового учебного года. Сил, терпения и здоровья. В 11 часов в Центре культуры состоялся общегородской праздник. Первоклашек с первым учебным годом поздравили председатель городского собрания Елена Коршунова, мэр города Теннис Кальберг, вице-мэр Эви Пасми и вручили первоклашкам подарки. А также представитель Красного Креста Эйгор Тимуска также приготовил свои подарки. В 1981 году в газете «Правда» была опубликована статья о начале работы в городе Силаме, Эстония, профессионально-технического училища. О праздновании 35-летия училища в следующем выпуске. Первого сентября в городских школах и гимназии прозвучал школьный звонок, которая повестила о новом учебном годе. Наряду со школьными занятиями начали свою работу кружки молодежного центра по интересам Ули и различные отделения в музыкальной школе. Энс Викторович, новый учебный год, и какие же кружки ждут ребят и взрослых в молодежном центре по интересам Ули? Как всегда, традиционно в нашем центре работают разные направления, по которым у нас могут заниматься и взрослые, и, конечно же, дети. Я напомню, что у нас работает отделение танца, отделение изобразительного искусства, вокальные, танцевальные кружки, кружок, обучение игре на гитаре, мастерская поделок, дизайн по коже, рукоделие, декор. А что нужно для того, чтобы записаться в кружок? А, имеется в виду по адресу Маяковского и по адресу Чкалова, 25. В данный момент у нас уже в кружках и на отделениях начались занятия, но тем не менее мы проводим дополнительный набор. И тот, кто еще у нас не успел побывать, может прийти в любое время и обратиться непосредственно к руководителю того или иного кружка, и он получит самую полную информацию о том, как и что нужно сделать для того, чтобы записаться в кружок. То есть нужно просто прийти к нам. Ну и, наконец, наверное, это не критичный срок имеется в виду. И в течение учебного года можно, наверное, прийти и записаться в полюбившийся кружок. Конечно же, если у вас появилось огромное желание заняться творчеством, приходите в любое время, и можно будет найти какой-нибудь компромисс. Новый учебный год, музыкальная школа открывает свои двери. И кого вы ждете? Какие отделения открыты в музыкальной школе в новом учебном году, Владимир? Добрый день. В новом учебном году у нас, как всегда, открыто отделение фортепиано, гитары, аккордеона, баяна, народных инструментов. А также у нас работают хоры. Мы ждем учеников на трубу, саксофон и так далее. Коллектив музыкальной школы не сидит на месте. В авангарде вы, Владимир. Что же ждет нового еще в музыкальной школе? Итак, ну, как я уже сказал, у нас работает, естественно, наше джазовое отделение, известно не только в Силаме, но и за его пределами. А также в этом году у нас открывается отделение джазового вокала. Педагог Елена Юзык. Кроме вокала, какие джазовые отделения открываются еще? Это джазовое фортепиано, джазовая гитара, естественно, саксофоны и ударные, то есть классический состав ансамбля. Итак, организационное собрание джазового отделения, на которое мы приглашаем всех желающих, состоится в понедельник, 5 сентября, в 16:00. А также педагог по джазовому вокалу Елена Юзвик ждет своих будущих учеников в 17:00 вечера в музыкальной школе.
Велотрассу, на которой проходили соревнования силовых структур, прокладывал Александр Городничев. Любителям велоспорта будет интересен этот 20-километровый маршрут. Александр Юрьевич, трассу для велокросса прокладывали вы. Эта трасса равняется ровно 20 километров. Покажите для наших любителей велоспорта эту трассу, потому что, я думаю, многие заинтересуются пройти эту трассу. Трассу в 20 километров. Да, 20 километров. Начинается вот где мы сейчас стоим, это возле водно-спасательной станции, по нашей Тервис-Рада. Спускаемся вот сюда в бор, у нас здесь грибочки растут, маслятки. Поднимаемся наверх, это от моря прямо, и поднимаемся в Переси, вот здесь вот. Не выходим на Таллинское шоссе. Вот, проходим, спускаемся по Коровьей горке. Это первый бор? Ну, это первая поляна, да, первого бора, да. Коровья горка, вот здесь спускаемся по асфальту, едем, поднимаемся наверх. И проходим к лошадям Кайда. Вот идем. Верхняя дорога у нас хорошая, потому что сейчас вода... Это хутор вдоль Глинта. Да, вдоль Глинта, потому что в лесу сейчас вода стоит, и лучше верхом ехать. Ну, дальше, видите, у нас тут заканчивается немножко. Мы доезжаем до Пильвара, хутор Пильвара. Синемяевская дорога. Поворот на Усть-на-Арву. Но на Таллинское шоссе не выходим. И вот у нас такая петля, замыкаем, мы выходим в третий бор у трудового лагеря, выпрыгиваем вниз по берегу моря, буквально проходим живописный очень круг и возвращаемся, как начинали, по этой же тропе мы возвращаемся обратно. Круг очень интересный, значит, вы если посвятите этому, у вас будет заряд бодрости и энергии на оставшийся день. И самое главное, самое интересное в том, что это действительно ровно 20 километров. Да, ровно 20 километров. Я, правда, так и не хотел, потому что мы зажаты дорогами. Не случайно, не специально, но так получилось, что ровно 20 километров. Когда к нам приезжали военные, вот они здесь участвовали в соревнованиях, они требовали 20 километров. Вот у нас этот круг 20 километров. Сергей Хендрикович, сентябрь, начало учебного года, начало работы вашего клуба. Сергей Хендрикович, для меня эти слова как бы знакомы, но не особо, так скажем. Это пилатес, это аква-аэробика и, ну, всем знакомая йога. Все же, что это за виды спорта, чем будут заниматься ваши, так скажем, посетители, и что они дают для нашего здоровья? Ну, начнем, наверное, с аква-аэробики. Аква – это вода. Вода – в воде мы занимаемся. Сейчас уже последнее у нас такое направление без аэробики – аквафитнес. Мы сейчас сделаем больше упражнений в воде, чем танцевальных и разных движений. Мы больше у нас такая силовая. Мы больше прорабатываем сейчас именно в воде группы мышц, прессик, ягодицы, спина. И чем хороша еще акваэробика? Там все равны. Если ты занималась 10 лет или ты пришла, каждый в воде выполняет так, как на данный момент он готов. Если ты не готов, ты можешь сэкономить, сделать поменьше. Если тебе надо больше нагрузки, ты за то же время, 45 минут, сделаешь в два раза больше, чем новенький. Поэтому акваэробика для всех равна. И самое главное, вы в воде, на вас никто не смотрит, вы сами себе тренер и режиссер. Пилатес. Пилатес. Это упражнение, не сходя с места. Здесь нет ни танцевальных движений, ни каких-то таких сложных движений. Мы пришли, встали на коврики с отягощениями, с амортизаторами, специальными набивными мечами. Мы выполняем упражнения. Эти упражнения не дают, так скажем, не дают возможности получить какую-то травму. Ну да, практически не травму. И получается здесь все равно. Здесь не надо слушать музыку. Если у тебя нет слуха, ты приходи. Не надо под так считать. Мы делаем упражнения, опять же, главное, как во всех моих тренировках, делает каждый, насколько он может. Если ты можешь сделать 10 раз, ты делаешь 10 раз. Если ты можешь 2 килограмма поднять, и день поднимаешь 2. Если можешь 1, поднимаешь 1. Это для всех одинаково. И йога? Йога немножко у нас направление фитнес-йога. Это без философии, без всех вот этих индийских заморочек. Мы делаем упражнения йогов. И одновременно, конечно, их дыхание, немножко питание. Но самое главное здесь в чем? Что у нас нет вот этой философии. Занятие у нас длится не как у них 2-3 часа, а 45 минут.
Сергей Генрикович, ну вы проходили обучение вот всем этим премудростям в Белоруссии, а в России. Чем же сильна школа белорусская, российская? Ну, чем она сильна? Во-первых, это же, если взять у нас Эстония, такая маленькая страна, а там один Минск, как вся Эстония. Я к тому говорю, что это обширная, это куча разных фитнес-клубов, куча тренеров, куча новинок. Там то, что у нас не приживется, у них приживется. Также Санкт-Петербург. Там все новинки у нас, например, чтобы это раскрутить какую-то новинку, надо как минимум год. И чтобы найти свою публику для этого. Ну и теперь, когда вы будете заниматься, можете рассказать о графике работы вашего клуба? Ну, я зачитаю лучше. Да, акваэробика. Понедельник, среда, пятница. Утром 8:30, вечером 19:00. Вторник, четверг 19:45. И воскресенье в 13:15. Йога. Йога только по утрам. Вторник, четверг 9:30. Пилатес. Вторник, четверг 18:30. И новинка. Воскресенье в 12:00. Жду вас. Будьте здоровы! Уважаемые горожане, не за горами сентябрь, и наши спортивные клубы начинают, возобновляют свою работу. Так, например, объявляется набор в секцию обучения плаванию для детей младшего школьного возраста. Тренировки будут проводиться с 5 сентября. Тренер Евгений Бармотин. С 1 сентября возобновляются тренировки в легкоатлетическом клубе «Калев».